поздравить не только воюющих и не воюющих женщин, не разделять их. Женщины, девушки, это наш тыл, наши принцессы. Но это наше все. Это мы живем ради того, чтобы они были у нас, для того, чтобы они могли растить детей. Как бы вот я вот сейчас не особо хороший семьянин, но как бы жене приходится справлять его все самой. Это тяжелый труд быть женой человека. Допустим, ну вот и хочется их всех поздравить, чтобы они держали себя в руках, были выносливыми и, как положено, по православию. Не обижали своих мужей и жили с ними долго и счастливо.